Всем привет, с вами Дэ Пикачу. И сегодня исполняется целый год с того, как я выпустил свое первое видео. И вот сегодня мы будем все еще проходить завоевание за Белую Россию. В прошлой серии мы победили коммунистов. И сейчас я собираюсь как раз напасть на этих. На немцев, ну и, конечно, на австро-венгров. У них там тут все плохо очень. Так, сейчас нам надо уничтожить вот те артиллерию немецкую. А то она реально нам мешается. Так, какие еще генералы у нас остались? Да, сейчас проверим. Так, кавалерию давайте тут наймем, чтобы она нападала, ну, на венгров, австро-венгров. Так, отлично, кавалерия Умберт. Ну все, это последний наш генерал. Давайте продолжаем. Так, отлично. Артиллерия сейчас уничтожит. Это артиллерия уничтожит. Так, давайте вперед. Ну, в принципе, наше положение в войне. Я могу сказать, что, в принципе, с нами все нормально. Все хорошо. В общем. Ой-ой. Не надо было так близко под... Может быть, у меня будет прохождение тоже за какую-то страну, но на этой же игре, но в моде на Вторую мировую войну. Ой-ой, один из наших самых сильных союзников. Люксембург скоро будет захвачен. Самый сильный из наших союзников. Очень смешно. Это будет грустно.
Так, отлично, мы сейчас захватим этот город. Уничтожим эту артиллерию и захватим Плоцк. Плоск, не знаю, в общем, как. Ну, в общем, все хорошо у нас тут. И уж... Так, отлично. Отлично, мы захватили Брон. В принципе, мы отлично, по крайней мере, воюем. Ой-ой. Да, я просто не обращаю внимания. Так, давайте возьмем Плоцк и на этом закончим. Вау, мы отлично воем. Кстати, время все еще нормально, но именно время записи, поэтому... Так, ладно. О, танк.
Вау, это реально? Это царь танк, который проектировали? Который проектировали в России, но он, когда впервые он поехал, там, в общем, он вообще ничего не получил. Так, отлично. Так, отлично. Мы можем... Так, отлично. Мы можем даже Прагу взять. Если честно, для этого я подготовлю бомбардировщик. Он быстрый и сможет быстро взять Прагу. Уже 13 минут, но ничего. Мы успеем. Так. Так, отлично. Почему? Ладно, ладно, давайте тогда еще самолет такой вот. Странно. Так, ну, в принципе, по Германии мы нормально так продвигаемся. Наша армия очень сильная сейчас.
Так, ну что ж, ну Прагу мы сейчас-то должны взять. Если, конечно, туда никакие солдаты не придут, то тогда нам придется их выгонять силой. Сила у нас есть. Да что это такое? Почему самолеты такие медленные? Ладно. Обычно они были быстрые. Ну вот, сейчас. Посмотрите. Вот, видите, какой быстрый самолет? Сейчас наоборот как-то. Не знаю, может, эта местность просто мешает. Неизвестно. Ну, мне, по крайней мере. Отлично, Вена. Отлично, мы Прагу. Так, 16 минут. Отлично, мы уже подошли к Берлину. Вау, англичане тоже прорвались. Отлично. Всем пока!